Всем приветик, дорогие друзья! Эй, всем привет! Рада вас видеть на канале Едоки. Едоки – это штукенция и тангард. И сегодня мы поговорим про еду в столовке. Школьник. Да, сегодня мы будем обсуждать, вспоминать, ностальгировать. Или ужасаться, да. И радоваться, что все кончилось. В общем, еда в школьной столовке. Штукенция. А включи второй свет тоже. Оу. Та-дам, да здравствуй, свет. Да. Слушай, вот расскажи мне, помнишь ли ты свой первый день в школе, второй день, пятый день в школе? Свое первое пришествие в этот храм, в столовую? Вообще не особо помню, потому что я в столовой редко очень ела. Ты ела редко в столовой? Да. Ну, в младших классах часто, но я как-то ничего не запомнила. Блин, я вот младшие классы школы, это когда еще был Советский Союз. Да, я вообще не помню. Ой, вот, понимаешь, это ведь, вот этих сосисок, угу. Две сосиски, как сейчас помню, давали. После этого вот, практически нигде не встретишь таких сосисок. Это вот особые вот эти сосиски, ну вы знаете, вот их иногда можно купить, как-то случайно получается. Вот этот вот такой вкус, вот этот вот тот самый, советских сосисек вот этих в школе. Если вы его знаете, привет, напишите комментарий. Ну, потому что ты не помнишь вкуса вот этих вот сосисок в школе? Ну что-то я помню про сосиски, но как-то меня что-то не очень. Ладно, другое. А как насчет омлет? Омлет! Вот тут в школе вот этот вот наш советский омлет квадратиком. Ох, сколько просто судеб сломано. Этот омлет просто можно было выменить на что-нибудь, потому что он такой вкусный. Или хлеб тоже. Сколько хлеба было съедено в столовой? Слушай, я вспоминаю сейчас, вот свой первый, там, второй, третий класс. Мы все время из хлеба делали всякие пистолетики, и ими стреляли. Ну, как бы, выедаешь пистолетик из хлеба и стреляешь. У нас за это очень сильно гоняли, но мы все равно все время делали пистолетики из хлеба. Вот, так что, честно, если вспоминать, самые лучшие столовки, это вот, честно, даже странно, да, но это столовки первый, второй, третий класс. То есть это еще такие советские, первые там постсоветские столовки. А потом все, что было дальше, это, конечно, действительно тихий ужас. Ну, потому что это были 90-е. В 90-х все было не так хорошо, что был экономический кризис, и жратвы особо не было никакой. Вот, поэтому еда, конечно, была паршивая в 90-х. Но вот эти вот последние годы советской власти, в плане детского питания ничего не могу сказать. Мне очень нравился и омлет, и сосиски, и молоко давали. Вот такие дела. А что ты помнишь из школы, из столовки? Ну хоть что-нибудь помнишь из первых классов? Из первых классов вообще ничего не помню. Ну ты помнишь, что вы бы приходили в столовую? Я помню, что самое интересное было, это идти в столовую. А это куда, у нас как было вышли? По парам разбиться. Но. И самое крутое место, это было место рядом с учительницей. Взять ее за две руки с двух сторон. Я с одной, с правой, с левой. Это было привилегированные места у девочек. Понятно. И мы все время боролись с нами. А ты, у вас столовка была в той же школе, где ты училась? Да, на первом этаже. И вы брались за ручки? Да, и мы со второго этажа. Рассказываю. Наш класс, у нас было две школы. Одна для мелких. А вторая для больших. С первого по третий класс в одном месте, и с пятого в другом. И у нас была столовая в другом, во взрослой. Мы каждый раз, когда мы ходили кушать, мы проходили, я не знаю, там, наверное, километр. Ну ладно, метров 500-700. Наверное, даже больше. Думаю, под километр. Ну, наверное, метров 700 мы проходили. Мы тоже брали по пару, брали друг друга за руки. И шли в столовую 15 минут. Прикол. Приходили туда, там ели, угу. И обратно уходили учиться дальше. И это самое мне очень нравилось. Я обожал, потому что все время, когда ты идешь, это так весело, прогул. То есть каждый день еще дополнительная гулянка. Да, это прикольно. Это круто было. Ну вот из еды я что-то вообще ничего не запомнила. А единственное, вот вспомнила, в старших классах школы у нас появилось такое, типа буфет. И там можно было купить... Спирт. Булочки. Там были очень вкусные слойки с сыром, ну платно, за деньги. Ладно. А вот бесплатную еду я, по-моему, даже ее особо не ела. Не застала или не ела? Я такая привередливая была в еде, я вообще ничего не ела. Я такая, это я не буду. Там самая вкусная еда, собственно, была. Она была в 1000 раз вкуснее, чем ты дома. Ты знаешь, у меня ужасные впечатления остались от еды в детском саду. Я не был в детском саду. Я вот не был в детском саду и не знаю, что там вас как это травили. Это мы отдельно расскажешь.
Вот, но я не был в детском саду, и вот эта вот еда в школе, она, честно говоря, была вкуснее, чем еда дома. То есть еда дома, она была только у бабушки вкуснее. Но вот еда дома так, она была не всегда вкуснее. Да, по крайней мере, такого омлета или таких сосисок я дома не ел. Это было сильно вкуснее. Вот. Не то чтобы, просто там хорошо готовили, откровенно сказать. Угу. Вот по ГОСТу все делали. Может, у вас там какая-то была особая столовая? Нет, это была общеобразовательная, вообще простая школа, ничего такого. Вот, так что, ну потом я же много всяких школ побывал, и вот вторая крутая столовая, это в 8 классе, когда я учился в школе при посольстве России во Франции, в Париже. Париж целый год там протусил в этой школе, и там вот была столовка. Что там, чем кормили? Ну, это столовка так посольская, понимаешь? Это столовка там... Крутая такая. Да, она как бы типа крутая, но там цены все во франках. Ну, тогда еще не было евро, были франки. А вас бесплатно кормили? По-моему, что-то такое было. Вроде да. Кормили. Но... Или не кормили. Вообще, это вывер... Ну, что я помню? То, что я покупал там просто литрами яблочный сок и хлеб. И этот багет. Яблочный сок с хлебом ел. Нет, не багет, черный такой русский хлеб. Черный? Да. Там продавался, вот наш русский хлеб продавался. Специально для русских. Я не знаю, но вот я его там просто доедался. То есть вот эта столовая, вот еда во Франции у меня ассоциируется. Кто-то может сказать, о, я недавно был во Франции, там такой был вкусный шампиньон под каким-нибудь соусом оленя драного. А мне вот совершенно все не запомнилось, вся эта французская кухня. Потому что, ну, тогда вот восьмиклассник, ему нравится больше всего пойти в Макдональдс. Но зато мне очень запомнилось в нашей столовке вот этот сок яблочный и хлеб. И с тех пор вот я полюбил сок с хлебом. Просто обожаю. Да, интересно. А еще у тебя есть какие-нибудь воспоминания? Как-то у тебя бедно в этом плане. Как-то что-то меня съедает. Тогда я еще поговорю. Давай. Потом я поступил уже в другую, поступил в гимназию. И там была супер маленькая столовка, в которой в основном из съедобного, что можно было купить, это... Что-то с трудом сдерживает зев. Прояви уважение ко мне. Если там можно купить было всякие шоколадки, всякую такую фигню. Но вот именно на поесть там особо ничего не было. И я там периодически травился даже. Все это была столовка не очень она мне нравилась. А слойки с сыром не продавались? Даже если продавались, я слойки с сыром начал есть только, наверное, лет в 25. До этого я не очень их любил. Мне больше нравятся другие виды пирожков. Ну что, друзья, расскажите нам про ваши впечатления. Может быть, вы такой же старый пердун, как и я, который застал Советский Союз и пробовал все-таки эти вкусные сосиски, квадратные омлеты, другие радости жизни. Там было и противные вещи. Это вот компот из сухофруктов. О, мне, кстати, он нравился. А еще хуже. О, вспомнила что-то, вспомнила. Компот из сухофруктов отличное. Такая гадость. Питьё. Но еще хуже был кисель. О, кисель. Только нет, я как вспомнил. Кисель это фу. Причем тебе дают кисель, и как бы ты ничего не можешь сделать. Потому что ты как бы хочешь есть, хочешь пить, ты маленький ребенок. И ты не буду, ну, тебе дали кисель, бери и пей. Бери и пей, и все. Вот. Так что, друзья, давайте вспоминать нашу школьную еду. Кто сейчас был в школе, кто вот как штукенция когда-то был в школе. Ну, сейчас уже в школе Макдональдсом кормят. Как сейчас кормят в школе? Знаю. Напишите нам, будем ждать. Будет. Пишите комментарии, пока. С вами были едоки. Ням-ням.